В селе Ужго-Кагородского района состоялись первые местные выборы после объединения двух сельских поселений Ужго и Нючпас. Явка на голосование оказалась высокой, почти 50%. В выборах принимало участие 11 кандидатов, выдвинутые двумя политическими партиями. Это «Единая Россия» 7 кандидатов на 7 депутатских мандатов. Политическая партия «Справедливая Россия за правду» 2 кандидата выдвигалась. И 2 кандидата выдвинулись в порядке самовыдвижения. По результатам голосования на этих выборах победу одержали все представители политической партии «Единая Россия». Ход выборов оценивали общественные наблюдатели. Их подготовила и обучила Общественная палата КОМИ. С 2018 года по новому законодательству общественные палаты в регионах могут назначить наблюдателей на выборы депутатов Госдумы, органов государственной власти, субъектов и органов местного самоуправления.